Проходят годы, но детство остается наверху всех воспоминаний. А мое детство началось в эвакуации в 41-м году. До 43-го года на реке Кама, там, где Нижнекамск, между Чистополем и Елабугой в Красном Ключе, с моей любимой мамочкой, а папа на фронте. Я вам очень желаю еще 55 и еще 55 чистого неба, мира и мира. Будьте здоровы.